Ой, как ты меня поймал, алё, Алёшка? Подожди, я забыл уже, как уклоняться. А, вот на эту кнопку, да. Ух, нифига себе. Эге-эге, всем привет, ребятки! Вы на канале Funny Games TV, это Человек-паук, а меня зовут Максим, и мы продолжаем с вами прохождение Человека-паука. Я так понял, что вы хотите продолжение, ну, продолжение или заново прохождение, короче, этого Человечка-паука уже на ПК. Да, я его проходил на PlayStation 4, кстати, я хотел посмотреть, а где база, башня, вернее, Мстители, Фиск. Да, мы в прошлой серии, короче, с вами Фиска победили. Вот, нам теперь говорят, откройте древо навыков. Вы повысили свой уровень и получили очко навыков. Продолжить, ну давай. Очки навыков даются за накопление определенного количества опыта. Продолжить, выполняйте задания, убивайте врагов, чтобы заработать опыт и получать дополнительные очки. Ясно. Так, что у нас есть? Инноватор, сколько у меня очков? 6! Ничего себе, 6 доступно. Так, инноватор. Удерживайте F, чтобы захватить и бросать плетеных пораженных врагов. Ну окей, давай это купим. Так, продолжим. Дальше что у нас? Защитник. Нажмите левый Ctrl, когда значок получился посинеет, чтобы контратаковать врага броском паутины. Ну окей, тоже беру. Так, дальше. Это что? Находясь в воздухе, удерживайте, чтобы нанести удар с раскачкой. Круто. Берем. Так, что у нас еще есть? Быстрый прыжок. Так, сматывание, бросок на паутине сбивает врагов с ног. Ну ладно, давай это тоже изучаем. И здесь что-нибудь. Увеличивает длительность. Вот, длительность уклонения. Вот это тоже надо. А это я могу. Нажмите так, затем F, чтобы взять врага, захватить и бросить его. Ага, ну все, давай тоже изучаем. Все, вроде все очки навыков потратил. Куда дальше нам? Че тут карта мне говорит? А, вот. Паркер, ты где? Комиссия скоро будет здесь. Надо проверить оборудование. Совсем рядом, в паре кварталов. Ой, придется все делать самому. Не надо, это опасно. Так, окей, у нас появилось новое задание, значит... Ценю энтузиазм Дока. Полетели. Но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. Так, нажмите прыжок из точки. Ну, это понятно, да. Удержите X, чтобы пики... О, удерживайте их, чтобы пикировать вниз. Это как? О, вот так. Уху, здорово всем. Так, подожди, прыгаю. Прыгаю и вот так прыгаю. Отлично. Ого, смотри, какой центр. А ну-ка. Прыгаем. Ху. Опять подтягиваюсь, прыгаю. Ху. Вот туда и вот сюда, да. Бой. Я просто... О, нифига, вертолет стоит. Я просто повелитель этого города. Повелитель этого мира. А где у нас башня Мстителей? Вон та, что ли? Она самая большая должна быть. Я не знаю, убрали ли с этой части, ребят, башню. Надо будет потом выяснить это. Так, ну ладно, что у нас за задание? Давай разбираться, я даже уже не знаю. О, карта мне... Мне ничего не доступно. А что у меня такое все? Задание, смотри. Ну, давай зайдем. Моя совсем другая работа. Гринвич. Сегодня утром приходит комитет по субсидиям, а я уже опаздываю. Надо срочно идти в лабораторию. Ага, понял. Ну, ладно. Полетели тогда. Ух, сразу музыка, прикинь. Когда он начинает лететь, сразу музыка, ребят. А как мне вверх? А, вот, все. Ладно, лечу. Короче, играю на клавомыши. Это... Самолет. Прикольно. Это Человек-паук, который вышел на ПК, созданный студией Insomniac Game специально для PlayStation 4 в свое время. Че ты сделал, паук? Я хотел пробежать. Так, да, вот здесь у нас лаборатория. Все, мы приземляемся. Ух, ух, сюда и заходим. Костюмчик у нас поврежден, кстати, не знаю, дадут ли нам новый костюм. Я думаю, дадут. Итак. Простите, опоздал. Я... Доктор Октавиус. Его, кстати, не перерисовали, он такой же, да? Вы начали без меня.
Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гасите колебания! Ё-моё! Гасите колебания! О, чёрт! Что? Может быть, отключить? Ещё нет. Конечно, включай! Господи, Паркер! Сейчас! А, сейчас он, короче, к нему приварится и никак не снять. Доктор Октавиус, да? Вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Ясно. Короче, эксперимент не удался, и сейчас ему денег не дадут на развитие, на разработку дальнейшего. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. Ну давай. Так. F. Двигать. Ты не в лучшей форме, малыш. Это я управляю этой рукой, прикинь. Прикольно. Окей. Дальше что? Посмотрим, что с тобой не так. Куда теперь? Совсем другая работа. Починить протез. Ага. А, сейчас мы какие-то головоломки будем решать. Я вспомнил, да. Octavius Industries. Так, результаты диагностического теста. Повреждена цепь сервопривода, подключить сервомотор, контроль силового напряжения. Продолжить. Ну окей. Плата сгорела. Так, цель управления питанием повреждена. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Продолжить. Соедините зеленый начальный элемент с оранжевым конечным элементом. Это как? Это мне... А, вот так, вести его надо. Повернуть. Ага, все, понял. Так, что ли? Это же изи, нет? Нет или да? Так, теперь сюда. И теперь сюда. Все. Да, починили. Компонент отремонтирован. Окей, давай дальше. А у нас время какое-то? К некоторым элементам схемы можно подключаться только с определенного направления. В смысле? А, вот. А, вот, смотри, видишь, вот так мне надо направление сделать. Так, ну здесь, значит, мне нужен угол. Вот такой. Да, сюда. Тут прямая нужна. Тут еще угол нужен. Вот такой. Вот так. А дальше что у нас? Вот такая фигня. Теперь поворот, поворот вот такой. А, нету. А, вот обычный поворот есть. Отлично. Так. Такой поворот. Вот. Обычный поворот. И вот такая фигня. Изи. Ладно, что дальше? Компонент отремонтирован. Отлично. Блин, паук, чем мы занимаемся? Так, чтобы восстановить систему управления питанием, вам нужно соблюсти требования к заряду. Не понял? Некоторые элементы схемы дают положительный или отрицательный заряд. Продолжить. Так. А сколько? А, вот, смотри, фактическое напряжение 0, требуемое напряжение 3. Ага, допустим. Бах, 2 у нас есть. Это отрицательный дает, да? Итого 2. Значит, еще вот. Плюс все, 3 соблюдено. Должны поставить мы сюда вот эту вот фигню. И прямую штуку. Закончил. Чпок. Готово. Отлично. Все починили, Паркер. Мы просто с тобой великолепный. Ремонтники, сантехники. Отлично, настройка завершена, передача завершена. Все, идем смотреть. Что будет. Что теперь? Как новенькая. А, во, теперь двигается вверх, вниз, отлично.
влево-вправо, все, хоть куда. Отлично. Что дальше? Да, давай, испытывал парк. Новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Так, тут у что-то нас у нас... есть все типы протезов, какие только бывают. Наш первый доброволец. Капрал Тексидор. Потерял руку в бою и сейчас хочет просто снова обнять дочку. Угу. Они протезы, видишь, делают для всяких военных, там, кто на войне, допустим, руку потерял, ногу или еще что-то. Ну, да, работа классная, работа нужная. Так, куда нам дальше? Тут я все посмотрел. Я получим чутье. О, еще что-то нашел. Попробуем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследование дока и перепроверить его работу. О, нифига. Точность приводов. 200 опыта доступно. На этой станции вы можете работать над проектами схем. Продолжить. За завершение проекта вы получаете опыт и другие награды. Продолжить. По мере прохождения игры вы получаете доступ к новым проектам схем. Угу, понял. Ну давайте одну какую-то схему сделаем, не знаю. Пытаюсь улучшить отзывчивость пневмопривода. Так, здесь... Ага, здесь нужен поворот. Эй, не-не-не, подожди. Вот так. Да, сюда. 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 Сюда иди. Сюда пришел. Эй, поворачивайся. Так, сюда. Сюда. И сюда. Все. Изи. Готово. Все, что ли? О, сразу прошел. Ну ладно. Минимальное усилие. Ну, давай тоже это, короче, так, сделаем. Теперь настроим силу хватки протеза. Так, здесь, короче, напряжение надо бахать. Ну, и нету даже у меня, прикинь. Ничего. Так, ну ладно, тогда тут обычный угол у нас сюда пойдет. Сюда тоже угол. Фактическое напряжение. А, вот, через эту надо прогнать. Ну ладно, вот сюда, сюда, сюда поворот опять. Сюда прямая. Ну, тут сейчас легкие все задания, ребят. Ну, их надо сделать. Все. Все, напряжение соблюдено, готово. И мы сразу вот это все прошли. По крайней мере, кости, пожимая руку, не сломает. Опыт нам нужен будет, потому что мы будем прокачиваться там, еще что-то. Так, куда дальше, Паркер? Есть что-нибудь тут еще? Это, короче, кто не понял, лаборатория доктора... О, музыка. Ебой. Я паук, я человек-паук, я хреновый рэпер. Так, что здесь? Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Работа значительно продвинулась. Я никогда не думал, что мы доработаем пневмопривод до нужного сопротивления, но Паркер... Пригласить наука у Паркера просто феноменальный дом. Когда я уже хотел заказывать очередную деталь на заводе, он принес из хозяйственного магазина растворитель и зубную щетку. И раз, пневмопривод доработан. А, этот парень гений. Спасибо, док. Спасибо. Так, ладно. А здесь что? Он же не мог забыть про визит комиссии. Простите, что подвел вас, док. Короче, ладно, давай сюда. Выполняем какое-то задание, анализ. Что за анализ? Обнаружено неизвестное вещество. Док проводил испытание с новым материалом протеза. Вам нужно опознать неизвестное вещество по его спектру поглощения. Используемый фрагмент неизвестного вещества попытайтесь совместить его линии поглощения с шаблоном. Продолжим. Укажите курсором мыши на фрагмент и удерживайте, чтобы взять его. Что? Что ты говоришь? А, вот это? А, вот так? А? Три. Оп. Спектр найден. Анализ. Вещество опознано. Гидрогель-полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Короче, занимаемся. Скажу всякой доку, что фигней. Стоит попробовать что-то еще. Готово. А, вот, продолжить. Так, что дальше? Выйти из лаборатории. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не... Все, мы поработали, прикинь. Если бы все так работали на... своей работе, прикинь, всего там 5 минут побыл, все, я поработал. Могу идти домой. Так, костюмчик что-то у нас какой-то печальный. Куда дальше, Паркер? Так, моя совсем другая работа пройдена. Опыт 250. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия.
Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. Вау, прикольно. Так, птички летают. Ой, куда ты полетел? Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Так, что нам надо делать? Задание. Смотри, у нас есть задание. На Страже Мира. Чайна Таун. Надо туда отправляться. Ну окей, допустим. Вау, персонажи. А, во, Фиск появился. Паук, Фиск. Я могу его выбрать? Да. Фиск, почитать про нее. Юрий. Биография Отто. Так, список приемов. Что-то новое, что ли, появилось? Бросок. Нажимайте так, потом удерживайте. Ага, ну это все понятно. DLC? Ух, нифига у нас тут серебряная луч. Война, банд, ограбление. Смотри, сколько DLC, ребят. Жесть какая-то. Так, карта, ладно, понятно, навыки. У меня пока ничего нету. Ну все, отправляемся тогда туда. Давай. Это только факты с Джим, Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии дважды. Дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle. Эй, упомяни книгу. И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать. Джей Джонс. Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь! Я расскажу вам, кто-то позвонил, короче. Стоит арестовать одного, и каждый пацан с пушкой и золотой цепью на шее решает, что он теперь крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно? Ошибаетесь. Он телезвезда, и для него это главное. Зато я могу спокойно купить медную трубу без откатов. Так. Все, короче, прибыли. Пока там Джей Джонс болтал, Джей... Джонс, или как его там, Джей Джей Абрамс. Ты бросил курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Ясно. Короче, мы сейчас будем чинить вышки Оскор. Проверю-ка я эту вышку. Давай. Одные частоты смещены. Изящно. Так, а как это... А что делать? Частота. А мышкой? Ё-моё, как неудобно, ребят. Это жесть. А как-то можно? По-другому-то. Все, совместил. Блин, как неудобно это на клаву мыши делать. Короче, эти вышки мы будем сейчас с вами подключать, и они... Наша вышка снова заработала. Ты помог? Ну, я ж не только симпатяга. То, что ты сделал, это можно повторить с другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно, о. Хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь. Так, вы для поиска. Ага, вижу. Все, пошли разберемся. Тут и... Бандиты. Давай. Прикрывай. Кража со взломом. Это наша работенка, ребят.
Нам нужно разобраться с этими чувачками. Теперь уверен, что они не забыли ключи. F для паутинного удара. Так, противник с холодным оружием способен блокировать большинство атак, но уязвимы для подбрасывания в воздух, паутины и бросков предметов. Понял. Так, удерживайте, чтобы... Ясно. Что такое? Давай, мутим. Ой, как ты меня поймал, алё, Алёшка? Подожди, я забыл уже, как уклоняться. А, вот на эту кнопку, да. Ух, нифига себе. На, держи. А, еще что-то могу взять. Эй, Люк, не нужен мужик. Возьми домой. А, привет. Еще с собой, что ли, дядь? На. Все, до свидос. Вырубил, что ли, всех? Все, готово. Спасибо. Еще недалеко от так, предотвращайте преступление, чтобы получать жетоны преступления, которые можно тратить на изготовление боекачества. Милый, опытный детектив готов к бою. Нажмите V для поиска преступлений. Нет, нет, ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Коп-паук. Так, ладно, вон преступление еще, поехали, разберемся с ним тоже. Лечу. Ух. Так это ты, стукач. Отвали, урод. Вот именно. Точняк, это... А чему они одеты все? Я сказала, отвали! Все в одну и ту же одежду. О, тут какой-то жерди, я уже смотри. Отстаньте от меня! А ну потише, леди! Не трогайте меня! F для паутинного удара. На! Так, громилу очень сложно ранить в рукопашную, чтобы заставить его раскрыться, используйте паутину и броски предметов. А, понял. Я понял. А что сделал? Подожди, как мне... Нет. Ага, понял. О, громила, подожди. Уходим! Да, я нажал уклонение. Все, понял. Так, вырубаю. Да, ой, хорошо. Да боже, громила! Иди нафиг. Так, этого вырубаю. Этого вырубаю. Так, полная концентрация. Значит, надо похилиться. Так, громила, как тебя? Подожди. Ага, паутиной. Теперь мутузим. Я уже просто забыл, как это делается, ребят. А, все вырубил. Ну, изи как. Она умрет. О, май гад. А что делать? Так. Подождите, спасите заложника, пока не истекло время. Используйте мышку для прицеливания, а затем нажмите Е, чтобы разоружить врага. Как это? А, все понял. Иди сюда, чувачочек. В красных триконах. Тут только я могу носить триконы. Понял? Все в порядке. Да, я спасибо, знала, заряд. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Давай. Не сомневаюсь. Бомжиха какая-то. Имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе. Уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Давай, давай. Спасибо. Вали. Парень-паук. Парень-паук. А, человек-паук. Ну. Так, нам бы переодеться, откуда бро. Можно, блин, что-то костюмчик. Вышку? Костюмчик какой-то не очень у нас. Так, чтобы бежать по стенам, ага, нажмите так. Ну, это понятно. Но зачем мне бегать по стенам, если я могу... Поднявшись на вершину. Коп-паук разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Что? Нет, конечно нет. Шеф никогда не понимала Копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Так, нам туда? Да, все. Так, удержите, чтобы прицелиться, затем S, чтобы приблизить и восстановить сигнал. А, вот так, да? Можно настроить эти вышки. Хорошо. Не только на преступление. Так, и вот так, наверное, да? Вот, я же... Все, совпало, нет? Нет. Ага, все, теперь совпало. Все, отлично. Еще одну вышку, и у нас карта разблокируется, я так понимаю. Сейчас вот мы посмотрим, карту откроем с вами. О! Рюкзак появился.
Есть! Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же? Что? Так, рюкзак вижу. Ну и все пока. Полетели, что за рюкзак? Я уже забыл. Так, где рюкзак? Что-то пикает? Вот он. F. Окей. Ого! Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. И что там? Интересно, сколько таких по всему городу? Ищите рюкзаки, чтобы получать жетоны рюкзаков, которые можно тратить на изготовление более качественного снаряжения. Продолжить. Угу. Офигеть. Ну вот, смотри, мы с вами разблокировали только часть какой-то карты, ребят. У нас вот есть дом, у нас есть департамент полиции, еще рюкзак. А как его выделить, допустим? А, вот так, да? Угу. Да, двойным щелчком я могу это все выделить. Так, меню с первого свидания. Ты еще там? Нажмите F для просмотра. Меню с первого свидания. С кем это свидание было? R повернуть. Ну, ясно. Ну, окей, ладно. Так, что-то Юрий нам позвонил. Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, но главное коп. Ну, блин, паучок. Он и человек, и паук, но главное пердук. Так, ладно, летим. У нас тут преступление опять какое-то. Ограбление. Опять в красном трикону, а? Эй, парни! Да! Выходите, человек поболтаем! Стреляй! Да вы чё стрелять? Чё, сумасшедший, что ли? Чё стрелять-то? Сюда! О! Давай! Эй! Подожди, а чё? У меня не работает ничего. Сюда, блин! О, хорош. Куда ты, чел? Ну-ка сюда. Ух, минус. Выйди. Где кто? Это кто? Еще? А, вы еще? Так усердно на нормальной работе. Не пришлось а ну-ка, дверь. Назад свою заберите. Вместе с челиками, да, что я делаю? На еще дверь одну. Забирай. Еще дверь одна есть. А, все, что ли? Так, Юрий, сейчас починю последнюю вышку в Чайнатауне. Ты не хотел сказать, коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юрий. Память о копе-пауке безвременно... Юрий? Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Так, чиним. Отлично. Добрались быстро. Так, значит, нам надо сначала волну сделать ее реденькую, а потом вот так, чтобы совпало. И теперь делаем ее еще. О, почти. Теперь по размеру как-то ее подобрать. Нет, наверное... Еще. Во, все, совпало. Отлично, еще вышку. Вышки показывают на карте различные находки, испытания и побочные задания. Ну, это все понятно, да. Помню, я вроде бы на все 100%, ребят, проходил. Больше... О, мне что-то дали еще. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Да. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Я не знаю, бро. Короче, он предлагает нам идти, видимо, в лабораторию. Так, давайте карту откроем, поглядим. Да, часть карты мы открыли, Манхэттен. Видимо, где-то. Это Чайнатаун. Так, нам нужно будет сюда идти. Ну, этим, я думаю, мы займемся в следующей серии, ребят. Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Окей. Слушай, ну вот это было башня мстителей. Его оптимизм на разрез бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. А, нет, вон она. Вон она, я нашел башню мстителей, ребят. Точно, вон она.